Всем привет! Начинается 21-й день моего выживания в игре Seven Days to Die. И как вы можете заметить, зомбачки здесь активизировались не на шутку. Прежде чем мы отправимся к строящейся нашей базе, я думаю, что здесь стоит зачистить территорию, просто потому что эти черти могут нам все разломать и попортить. Поэтому давайте-ка мы сделаем полезное дело. Здесь, вон он, падла. Так, бежим. Немножко я отхватил. Откуда они взялись? Откуда же они взялись, а? Ой, посмотрите, и сверху тоже идет. Опа. Да что такое, я промахиваюсь. Готов. Да что ты будешь делать с тобой, а? Не хочет башку подставлять. Так, что это у нас? 38. Тряпок у меня нет, поэтому не будем даже скрапать. Так, ну там еще шипят. В общем, игра у нас обновилась. Экспериментальная опять версия нестабильная. 16.2, там что-то еще, какие-то цифры. И в этой версии обещают, во-первых, улучшение стабильности, но в это слабо верится, но допустим. Также обещают повысить урон от турелей, от железного топора. Твою мать. Смотрите, он прям появился из ниоткуда. Вон тот байкер. Нет, дружочек. Тебя я встречу пулей в лоб. Оба, мимо. Нет, как это возможно? Я не понял. А что, бессмертный? Или он игнорирует выстрелы? Очки. Дешевые. Так, и еще один дружок тут где-то был. Совершенно пустой. Так, ну что они... А, вот откуда они идут. Ой, сколько их там. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем рядом, а? Как она меня проигнорировала? Это, походу, орда, друзья. Это просто орда, мне кажется. Не могло быть столько их в этом заведении. Ну давай уже, тварь. Потому что они со всех сторон прут. Кепочка, кепочка дешевая, нам не нужна она. Это нам тоже не надо. Я решил взять каску. О, витаминки. Сразу используем, пластмассу забираем. Вот, также обещают в этой версии рецепты бумаги и рецепты масла. Давайте посмотрим. Действительно, но в химической станции только можно делать. Так, нет, спасибо. Еще раз смотрим, что там надо. Железо и... ну это... В недрах, скажем так, добывается.
Получил, за еще и заразила, тварь. Вот тварь. О, кстати, смотрите, сразу и лекарство принесла. Молодец. Ну что, еще кто-то будет? Или все? Еще пилюлька. Витаминки — это хорошо. Так, ну здесь вот они подрывались на бомбе, видимо, бомбы нет. Совершенно верно мне подсказали в комментариях. Как они проникли сюда? Вопрос. Неужели они все наспаунились здесь? Здесь не тронуто все. Слабо верится, что они все местные. Ну да ладно, нам, в общем, это не так важно. Мы едем по своим делам. Обратно к нашей строящейся базе, и там продолжаем строительство. У нас сегодня 21 день, и ночью мы будем ждать уже третью орду. Я думаю, что вполне можно и вот на нашей новой базе это сделать. Тем более, что я уже могу поставить там ловушку электрическую. Она не то чтобы нам прям сильно поможет, но немножко поможет. У нас все для этого есть вроде бы уже. Так, это что такое у нас там? Так, злобный рычаг. Нет, это обычный, нам он нафиг не нужен. Места у меня в инвентаре нет. Поэтому идем. Вернее сказать, едем. И рецепт бумаги я еще не посмотрел, вот что. Но с маслом все логично вроде бы, да? Единственное, что, конечно, нужна станция вот эта химическая. Так, строитель. Строитель нам нужен. Он может принести что-нибудь ценное, но здесь только гвозди. Гвозди нам не особо нужны. Этих ребят мы игнорируем. Так, я хочу пить. Сейчас уже доедем, там попьем. Внезапно так вот жажда напала. По-прежнему в комментариях мне намекают на то, что будут проблемы у меня с полицейскими, но я, честно говоря, не уверен, что стоит так уж этого бояться. Даже если они повредят там какие-то блоки, у нас здесь бетон. Я думаю, что даже... О! Так, что здесь? Блин, ну я сейчас не смогу взять, да? Пусть он пока здесь поваляется, если что, потом мы подберем. В общем, я думаю, что за время Орды они не снесут мне бетонные стены при всем желании. Пока что. А там уже посмотрим, как пойдет. Значит, первым делом нам нужно выложить все лишнее. Относительно лишнее. Нет, юку оставим. Смотрим, что у нас здесь есть. Заказываем. Так, нужен песочек, да? И камень. Песочек и камень нужен. Заказываем мы бетон. Так, кто-то пришел, друзья, к нам. Кто-то к нам пришел. Давайте-ка посмотрим. Кто там стонет?
что никого не видать. Странно. Но стоны я слышал отчетливо. Нам нужно прежде всего поставить... А, вон там бродит подружка. Я думаю, что этого хватит. Прежде всего, нам нужно поставить здесь верстачок и печь постараться сделать. Сейчас посмотрим, хватит ли у меня ресурсов. Так, верстак у меня уже есть. А вот насчет печи. Значит, нужны трубки. И нужно сделать... Кстати, бумагу давайте посмотрим. Тоже на химическом столе, но очень странно здесь. Ну ладно, допустим. Так, что нужно? Что нужно? Трубки, дерево. Да, вот дерева-то у меня нет как раз-таки. Поэтому отправляемся мы наружу. Добывать дерево. Так, ну добывать, наверное, мы пойдем вон туда. Кстати, давайте проверим, что тут про топор. Урон 10, урон по блокам 108. Но я, откровенно говоря, не помню, сколько было, поэтому утверждать ничего не буду. Кто помнит, тот, может, подскажет, реально ли увеличился урон, или я ошибаюсь. Но я так почитал английское описание, насколько смог сам понять. Переводить не стал. Так, ну что такое? Что, не дадите мне спокойно, да? Добыть дерево, черти. Я мажу совсем. Крафтим. Пока добываем еще дерево. Там еще бродят. Клиенты. Увидела меня, смотрите. Можно поиграть с ней в прятки вокруг дерева. Но дерево сейчас рухнет. Да что я не могу попасть по башке? Ну, пока возьмем. Пока есть место, возьмем. А здесь у нас уже начинается биомчик не очень хороший. И оттуда к нам могут прибежать, да, злые ребята. Поэтому давайте-ка мы будем осторожно обходить его. Придется довольствоваться вон теми небольшими деревьями. Я вижу огонек. Это как раз тот самый торговец, которого мы посещали. В общем, да, этот баг до сих пор работает. Также в описании я прочитал, что... Сделаю потише. В описании я прочитал, что не пофиксили некоторые баги, в частности, баги со спауном. Они по-прежнему остались. Я думаю, что вы знаете, о чем речь. Все равно громко. Я слышу на записи эхо, но это только потому, что у меня слишком хороший микрофон и... Да, вот эти громкие звуки он тоже записывает. Но пока с этим придется мириться. Кстати говоря, печь. Что нужно на печь? Глина нужна. Так, а у меня, как всегда, нет лопаты. Мне придется скрафтить временную лопату. Сейчас. И этой временной лопатой постараться накопать немного глины.
Вообще у меня она есть там, на моем сундучке, по-моему. Аккуратно. Но, чтобы время даром не тратить, мы немножко накопаем. Здесь, что ли? Да. Просто чтобы скрафтить печь. Нам нужна будет еще как минимум одна печь для, естественно, выплавки железа. Так, ну что, дерево, дерево нам нужно срочно. Давайте, наверное, все-таки углубимся немножко в этот опасный биом, потому что там, вот я смотрю, большие деревья стоят. А здесь у нас ни хрена нет. Там, правда, и зомбики тоже бродят опасные. Так, ну вот я вижу уже одного. Но он меня вроде не заметил пока. Давайте в сторону от него идти. Ой-ой-ой, да? Ой-ой-ой. Здесь и собачки могут прибежать, и мины, бывают, валяются. Но зато и дерева здесь много. Так, вот, по-моему, байкер, да? Друзья, сейчас чихну. Ой, да что это, стало доброй традицией уже. Так. Ну, пивко. Хорошо. Ну да, у байкера как раз пивко при себе. Все как положено. А вот с этого дерева нам должны дать шишку. По идее. Да. Шишка есть. Ползунок. Эй, ползунок. Пуст. Ползунок пуст. Так, вроде никого. Да, надо срочно еще сделать важную вещь, кинуть скатку. Так, это звуки я слышу подозрительные. Я перегреваюсь. Давайте выйдем из опасных мест. Ой, я поранился. Об кактус. Попьем юкки. Наденем на себя. Так. Покушаем тоже юкки. Еще попьем. Ну, пока ограничимся этим. Сколько у меня дерева? 1500. Мало, мало дерева. Дерева надо гораздо больше. Опаньки. Блин. Ой-ой-ой. Одна? Или еще будут? Ну, вроде пока одна. Давайте разделаем тушку. Да, вот это то, о чем я говорил. Опасные места. Давайте вернемся, поставим печь и начнем плавить железо в ней. Печь и этот самый верстак. И, кстати, заберем там в зомбачке
квест. Где-то здесь он. О, кстати, сумочка неосмотренная. А здесь дуло шотгана. Стрёмного качества, но все же. А где зомбак? Где-то здесь был вроде, да? А, вот он. Пока заберем, не буду я активировать. Так, ну и здесь нам нужно несколько фреймов, чтобы просто быстрее. Где они, блин? Вот, вот фреймы, штук 5. Это скрапнем. Чтобы нам не бегать каждый раз по подземному ходу. Я поставлю здесь вот временную такую лесенку. И мы сюда ставим. Все верно, это же у нас козырек, да? Здесь, да. Сюда ставим верстак. И рядом с ним, пожалуй, печь. Вот таким вот образом. И в этой печи будем выплавлять железо. Железо у меня не здесь. Железо и глину, естественно, да? Давайте сходим вниз все-таки. Что у нас здесь? А, здесь я почему-то не заказал цемента. Ну да. 200 только, ладно. Выкладываем пока все лишнее. Берем мы здесь железо, берем глину. Вот это можно скрапнуть. Берем фреймы. И вот это вот. Так, ну и генератор я, пожалуй, тоже возьму. Сразу можно будет его разместить. Да и вот эти вот штуковины. Генератор. Ну, генератор, пожалуй, ну, не сразу. Генератор позже. Давайте закинем. Тихо. Закинем железо. И, кстати говоря, я затупил. У меня же есть другое железо. Здесь вот. Которое мы добыли, копая эту шахту. Вот, довольно много его. Вылазим. Так. Ну, пока что я его помещу просто сюда. И разместим вот эти вот электрические ловушки. Ага, сломал. Ну ладно. Пока заберем. В чем смысл? То есть я хочу их разместить странным образом. Сейчас. Вот. Кверх ногами. Раз. Два. Три. Ну да, вот так придется. Здесь, правда, у нас почему-то не вплотную она встала. Сейчас посмотрим, как встанет вот это. Ну, это вплотную вошла. Возможно, это особенность каких-то блоков. Но здесь тоже вот она
получается, вплотную почти. Но проход есть. Но нам и не обязательно, чтобы она прям вплотную стояла. Так тоже нормально. В чем смысл? Зомбаки, которые будут подходить вплотную к нашей решетке, будут получать постоянно... Возможно, это потому, что у нас неровные лестницы стоят. Постоянно будут получать удар током. Так, теперь нужно генератор разместить. Генератор. Генератор. Можно ли разместить его на потолке? Давайте-ка. Да, смотрите, на потолке вполне можно разместить. Пожалуй, я, наверное, так и сделаю. Разместим мы его где-нибудь здесь, только надо посмотреть, где у нас больше места. Ну, вот здесь вот. Так. И от него мы протянем провода ко всем этим ловушкам. Единственное, что цепь у нас не будет замкнутая. Смотрите. То есть неправильно я сделал. Сделал неправильно. Так, нужно вот так сделать, чтобы малый промежуток у нас остался незамкнутым. Так. Да, вот, не видно из-за лестниц просто. Так. Просто, ну, очевидно, что если цепь замкнуть, то будет как бы не совсем это правильно с точки зрения физики. Поэтому у нас вот так получается. Ну, здесь условная, конечно, здесь такая физика. Вот этот кусочек у нас будет не под напряжением, а в остальном... Тихо. В чем дело? В остальном все нормально, все правильно. Так, и давайте посмотрим, сможем ли мы уже крафтить фреймы. Меня интересуют вот эти фреймы. В чем проблема здесь? Почему-то у нас... А, ну да, нам нужны... Нам нужны в печке... Инструменты. В этой печке у меня все это добро. Но здесь, по сути, это не нужно. Да? Пока прекратим. Вот это можно забрать. Я думаю, цемент мы можем вполне плавить и так. Ничто нам не мешает. Вот. А эти штуки я отнесу в ту печь. Разместим наковальню и закажем фреймы. Вот эти вот. 70 штук. Ну, это довольно много. Немножко подождем, потому что все равно заняться нечем пока что. Так. И решетки нам будут еще вот эти нужны. Ну, по идее, это не срочно. Я не думаю, что нам потребуется вверх залазить. Первым делом я хочу укрепить вот здесь вот, чтобы вдруг какие-то случайные зомбаки не забрели и не разломали нам все к чертям. Хотя бы вот так. Вот. Забираем остальное. Так.
Цемента у меня с собой нет, да? Придется, ну, здесь вот, да, такой момент, придется бегать туда-сюда. Здесь вот у меня был цемент. Также двигатель давайте возьмем. Где-то у меня был крутой. А он в байке, да? Ну, пока возьмем этот. Двигатель и топливо. А вот топлива у меня нет ни хрена, друзья. Поэтому я возьму сейчас наш разводной ключ, и мы прошвырнемся еще по машинам. Нужно накопытить немножко топлива. Но это не сразу. Все постепенно. Так, значит, устанавливаем двигатель. И вот 58 ватт мы можем вырабатывать. Так, тут не очень удобно будет, наверное, лучше спуститься. А как это сделать так, чтобы не переломать себе все? А никак, да? Ну, о, я заражен, кстати, друзья. Откуда я заражен? Кто меня посмел заразить? Кто-то из зомбаков, видать, которые ударили. Я не заметил. Давайте сожрем. У меня вроде есть. У меня ни хрена нет, друзья. Я не брал таблетки с собой никакие. Кстати, вот эти лампы. Нет, с лампами повременим. Таблетки я не брал. И сделать мне, по сути, не из чего, да? Черт. Это придется опять тащиться туда. Тупо за лекарством. У меня же нету ничего, да? Получается, что нету. Ну ладно, это может подождать. Немножко подождать может. Сейчас нам надо здесь доделать. Так. Чтобы защитить наши инструменты. И достроить вот здесь пандус. Получается вот так, да? Да. Не забываем осматриваться, потому что эти твари коварны. Весьма коварны. Смотрите, как раз хватило. Как раз мне хватило. Так, лампы. Лампы на верстаке, да, крафтятся. Лампы и топливо. Давайте, нет, с лампами повременим. Нам нужно топливо. Здесь я видел, машины есть. Хотя бы на время заправим наш генератор, чтобы ночь пережить. Так, ну, двигатель нам не дали. Двести топлива маловато. На ночь может, конечно, хватить, но я хотел бы иметь запас. Тут еще есть машины. Вроде бы. Давайте вот возьмем наш транспорт. И все равно нам нужно, кстати, вернуться. Да, совместим. Прокатимся вдоль дороги, там пособираем машины и захватим лекарства. Тут, кстати говоря, пещера, да?
Да, смотрите-ка. Пещерка. Пещерка. Но мы туда сейчас не полезем. У нас есть другие дела. Тут, о, у меня же здесь еще есть барахло. И хороший двигатель есть. Вот это мы заберем. А медом лечится наш недуг. Ну-ка. Давайте проверим. Инфекция. Да, медом лечится. Давайте тогда употребим мед. И в принципе за топливом тоже особо лазить нет смысла. Покушаем. Попьем юки. Уже до конца ее израсходуем, чтобы еще вот эту забрать. Все. Отпала нужда возвращаться. Лекарство, конечно, нужно будет забрать, так или иначе, но я думаю, что это уже после Орды. Давайте выложим барахло. Я совсем забыл, что у нас еще там в байке лежат вещи. Небольшой сумбур, но это потому, что времени маловато. Кое-как я успеваю, но прямо-таки впритык. Время-то уже третий час. Так, выкладываем, выкладываем все, что нам непосредственно не понадобится. Так, дерево ставим, это выкладываем. Так, значит, нам нужно заправить наш генератор. И я думаю, что мы вставим туда второй вот этот двигатель. Пусть пока будет два. Это дает нам существенный прирост, естественно, да? И топливо у нас еще остается. Теперь нам нужны... Нам нужны вот эти вот штуковины. А что-то я их не вижу. Где они? Вот они. А что не хватает? Железо. А, у нас не плавится железо. Понятно. Но это мы забираем. Пока что здесь нам больше нечего ловить. 100 штук нужно железа на одну вот эту вот хрень. Давайте установим... Нет, давайте скрафтим лампы. А для этого нам нужно вернуться вниз. Берем пластик, берем вот это. Берем вот это. По-моему, железо нужно. Вот железа-то у меня нет. Вот такие вот лампы мне нужны. Да, по две штуки железа на одну нужно. Сталь можно пока оставить. Сколько мы можем железа получить? 14. Берем. Берем 14 железа. Так, и первая лампа. Все-таки, да, вот такие вот мне нравятся лампы. Крафтим. Конечно, вот эти прожекторы тоже неплохие. Ну и вот эти вот. Но вот, вот эти, по-моему, самые яркие. Если я не ошибаюсь, конечно. Еще три. Нет, пока нам хватит этого. Еще три.
Ну, 4 штуки, я думаю, вполне достаточно нам на первое время. Так, а здесь... Ну, пусть пока плавится. Две. Ну, тут уже подсыхает. Смогу я разместить? Да, вот так вот, если... Оп. Да. Вот так вот я хочу разместить. Ну, чтобы нам можно было как-то немножко выходить. Такой будет типа балкончика. Сколько хватит. Может быть, кстати, на все хватит. Я-то не посчитал, сколько надо. Делаю на глаз. Это, конечно, не очень хорошо, но... Я хотел здесь сделать стеклянные углы, кстати говоря. Из вот этого вот бронированного стекла. Но пока что у нас нет ресурсов, и добывать мне их некогда. Тратить на это время. Позже я, может быть, этим займусь. Все, кончились. Оп. Ну тут не хватило буквально сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще 7 штук нужно. А это 700 железа, друзья. Да, мы можем сделать только одну пока что. Ладно. Давайте установим лампы. А для этого нужно спрыгнуть. Оп, ну вот здесь мы без повреждений прыгаем. Установим. Раз. Два. Три. Четыре. И нужно их, конечно же, подключить. Думаю, что мы сделаем отдельный провод для них. Конечно, вот это не очень хорошо, то, что так вот болтаются провода. Разработчики не озаботились каким-то способом маскировки этих проводов. Может быть, прокладки как-то по стенам, потому что, видите, они через блоки проходят. Это не очень красиво и не очень реалистично. Мне это не нравится. Но не будем привередничать. Так, значит, лампы у нас должны работать. Давайте... Нет, проверять мы сейчас не будем, потому что иначе меня долбанет током. Я здесь стою. Как бы. Ну вот отсюда можно проверить. Смотрите, вот. У нас освещение есть, у нас есть ловушки. Все вроде работает. Дальше. Что нам нужно дальше? Нам нужно... Дерево у меня есть. 4 сундука. Ну, не 4, пока что можно парочку, для того, чтобы разместить их там и складывать лут. Чтобы не бегать каждый раз куда-то. Выкладываем лишнее. Это пока тоже лишнее, пожалуй, мы сегодня не будем больше достраивать ничего. Однако крафт цемента и бетона мы продолжим.
камни есть. Чего не хватает? Песка. Песок есть? Цемент? Да, я не забрал. Вот у нас, смотрите, уже неплохо получается. Но пока что мы его складируем. Все, пока что вот это дело складируем. Сундучки. Так. Дерево, кирка, ну, пусть будет. И разместим сундуки. Я, пожалуй, вот так сделаю. Раз. И вот здесь второй. Факел можно забрать. Смысла нет нам в лишнем нагреве. 5 часов, друзья. 5 часов. Мы в целом, я считаю, готовы. Готовы к орде. Здесь он... Что такое? Опа, смотрите-ка. Ну давай. Тестируем нашу систему. Предпусковой финальный тест. Ну, она уже миновала линию. Сейчас вот эти будут подходить и будут попадать как раз... Ага, смотрите, кто-то уже есть. О, пошло. Пошло дело. Единственное, лутать здесь не очень удобно. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте-ка мы ее прикончим. А то она сейчас нам напризывает. Больше, чем надо. Ну, как-то так это будет выглядеть в финале, скажем. Очень громко. Куда он бьет вот своими ручонками? Так, сдох. То есть ловушки эти тоже наносят урон. Опа, проникла. А как она? Они разбили. А, твари, они разбили мне лестницы. Все-таки дамажат они по лестницам. Так, и здесь мне бетонные блоки разбили. И кровотечение. Срочно давайте юзаем. Так. Выключаем. Что-то, короче говоря, не совсем удачно. Не совсем так, как я задумал. Сразу разделываем туши, чтобы они не мешали нам тут ходить. А почему так получилось, что они наносят урон лестницам? Этого быть не должно. Этого быть не должно, друзья. Может быть, потому что лестницы неправильно расположены? Ну и здесь они тоже били по лестницам. Мы, говорит, готовы к орде. Но что-то не знаю теперь уже я. Теперь я уже не уверен. Зачем они бьют лестницы? Так, вроде зачистил. Ну что, надо, наверное... Здесь вот сделать иначе. У нас есть еще запасные лестницы, друзья. Бетона у меня с собой нет. Но здесь немножко совсем погрызли. И железа у меня с собой нет. Давайте достанем. А, оно не здесь, да? Я его выложил. Или вообще израсходовал. Проверим. Так, ну вот есть немножко железа. И бетон возьмем тоже. Где он? Вот он. Возьмем лестницы. Попробуем восстановить
нашу оборону. Так. Так, а тут почему-то, кстати, еще и не засохло. Почему же они долбят лестницы, а? Да, это проблема может быть. Это может стать проблемой. Здесь исправим. Все-таки мне не нравится вот это вот расположение. Так. Каким вот образом сделаем? Может быть, это поможет, но не уверен я, что проблема именно в этом. Здесь вот все правильно было расположено, но все равно они долбили. Все равно лестницу они долбили. Угу. Не знаю, не знаю, друзья. Время, блин, уже время поджимает. На исправление всего этого у нас осталось... Ничего не осталось, грубо говоря, да? Лестницы я с собой тогда буду таскать. Лишнее давайте выложим. Ключ нам не понадобится. Топор, я думаю, что тоже не понадобится. Так. Вот. Есть место еще. А для чего? Что нам? Больше ничего. Ну, можно, конечно, взять коктейль Молотова, но я не думаю, что нас он как-то спасет. Здесь. Можно, кстати говоря, починить наше мачете. Слегка. Кирку чинить я не буду. Можно покрафтить еще. Но наконечников нет, да, у меня? Что такое? 7 градусов. Да, вот еще что. Мне нужно все-таки смотаться за лекарством. Меня опять, короче говоря, отравили. Не сюда. Опять меня отравили. Поэтому мы сейчас отправляемся. Я думаю, что за оставшееся время мы вполне успеем смотаться до нашей той крыши и там забрать лекарство. Уже не так я уверен в наших укреплениях, но если что, мы всегда можем сесть на мотоцикл и просто поездить. На худой конец, я думаю, можно сделать следующее. Можно расположить лестницы не так вот лежа, как бы, да, как я это сделал, а так, как они должны стоять, то есть стоя, но с промежутком. Так как у нас было на первой табуретке, там они лестницы не долбили вообще. То есть мы встречали там орду, как вы помните, вторую. И, в общем-то, это было удачно. А вот здесь вот что-то как-то система дает сбой. Может быть, разработчики пофиксили эту тему с лестницами. Не знаю. Не знаю даже. Но если что, мы можем наверху отсидеться. Если уж совсем на крайняк. Или смотаться. Ну, наверное, лучше будет смотаться, чтобы не порушили нам все, что можно. Но это будет засада, если пофиксили, друзья. Это будет прям засада. Ползунок, давайте-ка мы его... Оп! Нет, не получилось. Не получилось. Уже пугают меня, смотрите. Уже 7 часов. Уже меня пугают. Но я не боюсь. Уже не боюсь. Так. Надеюсь, тут никто не наспаунился? Вроде нет.
Так, давайте заберем прежде всего лекарства. Все-таки где-то лазят черти. Так, сожрем антибиотик. Заберем вот это вот всю еду. Патроны заберем. Так. Карту вот эту заберем. Топливо пока что мне не нужно особо. Чаек тоже заберем. Так, юбку заберем. Пистолет тоже заберем. Ну, как-то так. Пока что как-то так. Здесь ничего я не забыл, валим. Времени немного у меня, поэтому задерживаться нет смысла. Единственное, что еще я мог бы сделать, это наделать кольев все-таки, да, и окружить. Давайте, что я не уверен. Стоит до хрена штук 60. Окружить нашу вот эту базу. А, да, у нас нет места. А, нет места. Что бы выкинуть? Давайте выпьем водички. Уже 100. А эту выкинем просто. Не страшно. Вот, вокруг нашей базы поставим один ряд кольев, чтобы ребятки просто ломали себе ноги. Сильно я его улучшать не буду. То, что сломают, то и сломают. Как бы у меня нет ни времени на это, ни ресурсов. Расположу то, что вот сейчас мы скрафтим, что успеем. Да, я знаю, что у меня есть корзинка, что можно было туда сложить, но тороплюсь, друзья. Я уже тороплюсь. И немножко в растерянности. Так долго не готовился. Я тестировал эту систему. На самом деле, я вам ее показываю не просто так. И, может быть, не совсем я воспроизвел верно то, что мне советовали, то, что я сам испытывал, но должно работать. Должно было работать. Как бы там ни было, придется нам встречать орду с тем, что есть. Я знаю, что вы наверняка сейчас напишите мне в комментариях. Может быть, даже кто-то знает, в чем ошибка, почему так получается, но у меня выбора все равно нет. Единственное, что нужно было бы сделать, это заправить наш мотоцикл. В смысле, положить туда оставшееся топливо лишнее, которое, чтобы можно было, если что, его заправить. Но пока что так. Покатаемся. Здесь вот я его расположу. Не слишком близко, чтобы наши ребята его не сломали. Вот, а мы с вами... Где? Вот, колья. Поступим следующим образом. Не слишком близко. Вот на таком вот расстоянии я размещу просто ряд кольев. Потому что... Опа, лишнее, да? Вот здесь. Я не уверен в том, что все сработает как надо. Смотрите, как... да. Игра немножко издевается надо мной. Перепад какой по высоте.
Вы ее смотрите на сколько? Аж на целый блок. Вот это тоже не очень хорошо. Как бы наши зомбачки не начали здесь грызть землю. Хотя асфальт им грызть долго. Но все возможно. Так, тут камни я не подобрал. Блин. Не хочу есть. Так, тихо, тихо, тихо. Выкидываем. Подбираем камни. Так, ну и заделаем здесь дырку. Здесь еще одна где-то у меня была. Там вот тоже дырка. Ну и посмотрим, что мы можем улучшить. Скрапа нет, поэтому так вот, деревом, сколько смогу. Так, никто вроде меня не видит. Чтобы совсем уж прям она не сломалась сразу, да, вот эта загородка. Хоть сколько-то нам прослужило. Ну и все, друзья, дальше уже нет смысла что-то придумывать, времени уже нет. Единственное, нужно скрафтить люк. Железный, я думаю. Так, выложим лишнее. Да. Еще один сундук нужен. Расположить, наверное, его лучше где-нибудь здесь. Пока что просто я тупо все повыкидываю, не сортируя. Так, воды нам много не понадобится, железо пусть будет. И что я хотел? Люк, я хотел сделать люк. Нет, лучше же все-таки деревянный. Просто мы скрапом его улучшим. И вот этот вот, пожалуй, стоит улучшить скрапом немножко. На всякий случай. Так. Все, скрапа больше нет. Вот, что у нас здесь? У нас кончилось топливо, да? Ну, давайте пожгем еще дерево оставшееся. Это, пожалуй, слишком жирно будет. Вот. Ну и что? Будем... Ну это, видимо, вот, кстати говоря, да, кричалка пришла, потому что у нас здесь две печки. Еще и факел был. Ну уже... Пока что я не буду закрывать, вот это прикрою. Ну что, друзья, будем ждать Орды. Дневная серия закончена. Остается надеяться и верить. Не знаю, как вы, а я буду верить. Все, всем пока, встретимся ночью.